Дорогие друзья, дорогие товарищи, дорогие близкие мне люди, любители сигар и ненавистники их, я вас люблю одинаково и тех, и других. Хочу вам в новом году пожелать двух вещей. И на основе этого весь год у вас пройдет великолепно, как один день. Я желаю вам любви и работы. И чтобы работа у вас была своеобразной формой любви. С Новым годом! Я поздравляю с Новым годом Российский сигарный союз. Союз нерушимый. Желаю счастья, здоровья и оптимизма. Все будет хорошо. Этот год будет сигарным, потому что мы все сделаем для того, чтобы убедить людей, что сигару курить полезно, особенно для этого, для сердца. Да здравствует Сигарный союз России! Большое спасибо, во-первых, сигарному сообществу за то, что оно меня приняло с распростертыми объятиями здесь, в Москве, после многих-многих лет за границей. Там, где я нашел своих новых друзей, там, где меня всегда ждут, там, где я получаю гигантское удовольствие от жизни, от сигар. И, конечно, всему сигарному сообществу и всему, всей России, всему народу хотел бы пожелать прекрасного следующего года, 2016 года, пожелать, чтобы он был мирным, чтобы он был благополучным для всех, для ваших семей, для ваших детей, для ваших жен, для всей страны. Дорогие друзья, поздравляю от всей души вас с новым наступающим 2016 годом, в котором не только мне исполнится 50, но еще и Каиба 50. Очень хотелось бы со всеми увидеться на фестивале в Гаване. Это огромная мечта туда поехать. И желаю, дорогие друзья, чтобы все мечты в новом году ваши осуществились. Вкусного и хорошего дыма. С Новым годом! Курение – это зло. Но со злом можно бороться двояко. Можно в лоб пытаться его уничтожить, и это совершенно сизифов, бесполезный труд. А можно создавать условия, когда курение становится ограниченным, становится элементом роскоши, становится определенным формой жизни, не имеющей отношения к нарушению здоровья. И вот курение сигар как раз и является таким способом борьбы с нездоровой привычкой курить. Потому что курение сигары никак нельзя отнести к пороку, потому что хотя бы что это очень дорогое удовольствие. С Новым годом, с новым счастьем, с новыми удачами и успехами. Ну и, конечно, всем здоровья. Дорогие друзья, дорогие аписионадо, все вы любители сигар. Настоящая сигара – это сигара кубинская. Как бы мы ни любили сигары никарагуанские, вегетамальские, гондурасские, все равно есть коньяк, который производится в одном месте, и сигары, которые тоже производятся в одном месте. С наступающим вас Новым годом! Встречайте больше новых, свежих, прекрасных сигар. Поезжайте на Кубу, общайтесь, танцуйте, веселитесь. Делайте все то, что делает вашу жизнь прекрасной благодаря сигаре. С наступающим Новым годом! Хочу поздравить Российское сигарное сообщество с наступающим 2016 годом. Я вижу, как на наших глазах формируются новые клубы сигарные, как сигары объединяют людей. Все участники сигарного сообщества в основном интеллигентные люди, очень тянущиеся к культуре, к искусству, к дорогим напиткам, к вкусной еде. Поэтому я хочу пожелать, чтобы вот это вот движение объединения сигарных клубов, людей, которые любят сигары, оно продолжилось в новом году. А мы для вас будем делать новые сигарные сорта полугара. Я хочу поздравить Российское сигарное общество, да вообще всю Россию, с наступающим Новым годом. Это замечательный праздник. Хотя у нас тепло, почти уже как в Англии, но все равно ощущаем это состояние, присутствует Нового года. Это все равно зима, это все равно любовь, это все равно какие-то новые планы, новые перспективы, новые какие-то исполнения твоих желаний и новые задумки. Я желаю всем удачи, счастья, добра, любви и, конечно, благосостояния, и, конечно, умиротворения. Дорогие друзья, от имени руководства никарагуанского народа, от имени команданта Даниэля Ортега и его супруга Росарио Мурилло, от имени никарагуанский народ, ваших братьев никарагуанских,
Я хочу поздравлять вас и желать самого лучшего в этом новом году 2016 года. Знаем, как Россия переживает в этом году, который сейчас заканчивает. Знаем, что следующий год тоже не будет простой, но вы тоже хорошо знаете, что там далеко, на другой сторону Атлантического побережья, находится маленькая, но верная страна, которая будет всегда с вами. Мы были вместе, сейчас вместе и будем всегда вместе. Вы хорошо знаете, какой хороший никарагуанский сигар. Я уверен, что вас нравится тоже. Желаю самого лучшего для нашей братской страны Россия. Спасибо. Всем вам желаю счастья, здоровья, благополучия и удачи. С Новым годом! Спасибо, можно пожалуйста, конечно, конечно. И подержаться за... Спасибо! С Новым годом! С новым счастьем! Спасибо.